лежали на диване, из одежды на них было только нижнее белье. В Петербурге убиты жена и сын адмирала. Его самого сбил поезд, но он главный подозреваемый. В Петербурге жестоко убиты 84-летняя жена и 56-летний сын адмирала Леонида Лобанова. В совершении преступления подозревают самого адмирала, которого за неделю до обнаружения трупов насмерть сбила электричка. Об этом сегодня со ссылкой на свои источники сообщает Фонтанка. По данным издания, вечером 24 июля в полицию Петербурга позвонила 63-летняя дочь адмирала, которая проживает в Мурманске. Она просила, чтобы кто-нибудь из сотрудников приехал и вскрыл дверь в ее квартиру на улице Бутлерова, дом 8, где проживают ее мать и брат. Повод был нехороший, соседи пожаловались ей на сильно неприятный запах. Ближе к полуночи полицейские вскрыли квартиру и обнаружили изуродованные тела пенсионерки и ее сына.